обмениваемся подарками. Сын привозит подарок, я девчонкам, у меня 3 внучки тоже им делаю подарочки небольшие. За столом посидеть со всеми родственниками, пожелать всем здоровья, долгих лет. Оливье, мандарины, шампанское. У меня и у моих друзей есть традиция. Мы уже на протяжении там десятка лет 31-го, 12-го дня купаемся на Урале, встречаемся и купаемся. Ну, собираемся всей семьей. Вот, у меня 3 внуков и четверо теперь правнуков, так что все собираемся. Елочку вот еще не поставили, но должны поставить. Мы встречаемся, собираемся всей большой дружной семьей, у нас много детей. Приглашаем бабушек, дедушек, пишем записочки на елку, стараемся их исполнять. Каждый год никак не делаю, потому что работаю по сменам, и получается, вот я 30-го, 31-го, 1-го я работаю. Традиция в семье, мы всегда в одном кругу встречаем Новый год, вот родственники, и друг другу желаем самое главное в жизни – здоровье, любовь. Елки, конфеты, мандарины. Иван Васильевич меняет профессию. Это уже традиция, смотрим. А еще Муз-канал смотрю. Собираться все вместе на Новый год. И праздновать его, встречать, а провожать старый Новый год. Загадываем желание. Традиция какая? Встречать в кругу семьи. Вот, дарить друг другу подарки. Вот. Наслаждаться тем, что видишь счастливые лица.